Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Виктор Бутранов, и я приветствую вас на онлайн-конференции «Молочная академия Каргилл». «Молочная академия» — это часть образовательного проекта Академии кормления сельскохозяйственных животных Каргилл, в рамках которого специалисты нашей компании делятся своими экспертными знаниями и международным опытом. Сегодня мы проведем онлайн-конференцию «Лето без стресса. Как сохранить молочную продуктивность в жаркий период». Конференция продлится около полутора часов. Наши сегодняшние спикеры — это Диего Лангвинский, технический консультант Cargill Бразилия, и Андрей Желтов, руководитель технической команды КРС Россия. По ходу трансляции вы можете отправлять ваши вопросы для спикеров в чат. Вкладка чата находится в правой части экрана. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы в ходе прямого эфира. Если мы не успеем прокомментировать какие-либо из них, то пришлем ответы на вашу почту позже вместе с записью трансляции. Добро пожаловать и давайте начинать. Вы знаете, проблема теплового стресса – это достаточно распространенная проблема и особо актуализировалась именно в прошлом году, летом 2021 года, когда по всей нашей стране были отмечены рекордные температуры, горели леса Карелии, люди имели возможность купаться в Балтийском море, что достаточно было необычным. И также было необычным проявление теплового стресса у коров. Мы всячески пытались помочь и многим помогли, как компания, которая знает, как с этим бороться, как предотвращать тепловой стресс и его последствия. И сегодня мы бы хотели посвятить этому отдельную конференцию, разобрать более детально то, каким образом вы и мы вместе можем справляться с тепловым стрессом и его последствиями. Позвольте представить нашего первого спикера, Диего Лангвинский, который расскажет об опыте решений проблемы теплового стресса в Бразилии, где наши коллеги достигли выдающихся результатов в этой области. Выступление Диего переведет технический эксперт компании Cargill Анна Озерная. Hello, guys. My name Добрый is день, меня зовут Диего Лангвинский. Я специалист по молочному направлению Cargill Бразилия. Я занимаюсь разработкой линий продуктов, обучением особенностям кормления и работой на программе расчетов рационов DairyMax, а также работаю над важным стратегическими продуктами в Бразилии. Спасибо за приглашение. Я рад участвовать в этом мероприятии. План сегодняшнего мероприятия следующий. Это проблема теплового стресса в Бразилии. Как привлечь внимание к проблеме. Модель теплового стресса DairyMax Cargill. И опыт использования добавки лед в Бразилии. Начнем с проблемы теплового стресса в Бразилии. Так как мы тропическая страна, мы сталкиваемся с огромным количеством проблем, связанных с тепловым стрессом. Даже на юге, где не так жарко. Мы это можем увидеть здесь, на этом графике. Смотря на эту карту, мы можем увидеть лишь несколько зон в Бразилии, где погодные условия более-менее комфортны для производства молока. Мы можем увидеть это здесь внизу. 30% молочного производства в Бразилии находится на юге и 30% на севере.
В летний период наши клиенты постоянно сталкиваются с большой проблемой теплового стресса, который вызывает множество потерь в молочном производстве, в воспроизводстве и в целом экономических потерь для всего предприятия. С чем мы сталкиваемся, как я уже сказала, это снижение молочной продуктивности, потеря молочного жира, снижение показателей воспроизводства, уменьшение частоты дыхания, снижение потребления корма и снижение переваримости нутриентов. Это основные проблемы, которые мы видим на площадках. Наша задача как кормленцев выявить изменения и показать, что эти вызовы несут большие экономические потери предприятию. Не всегда просто понять и зафиксировать тепловой стресс. Не каждое предприятие имеет такую возможность, и не каждое может зафиксировать те проблемы, которые имеет. На этом видео видно, как животные переживают тепловой стресс. У животных сильно учащено дыхание, несмотря на то, что эта кросс-порода считается более устойчивой к тепловому стрессу. Наша бразильская команда обучена использовать техники сигналов коров, которые позволяют выявить изменения в поведении в жаркий летний период, когда в Бразилии проблем больше, чем в любое другое время года. Думаю, как и в России. Наша команда обучает фермеров идентифицировать проявления теплового стресса и изменения в поведении, которые появляются у животных, чтобы помочь рассчитать экономические потери и потери продуктивности и потери воспроизводства. Другой инструмент в нашем арсенале – это тепловизор. Он позволяет увидеть проблемы, то есть жаркие места в секциях, позволяет определить нагретые корма на кормовом столе, и помогает также сориентировать клиента, насколько правильно работает система охлаждения на ферме. То есть это ценный инструмент для того, чтобы обнаружить бреши в управлении тепловым стрессом. Следующий наш помощник – это такой интересный инструмент, анемометр, который измеряет скорость ветра, температуру и влажность в секциях. И вместе с этой таблицей мы можем определить уровень теплового стресса, которому подвергаются коровы. Эта таблица известна многим фермерам, и обычно во всем мире после небольшого обучения ее используют постоянно. То есть, если вы в красной зоне, это очень серьезный уровень стресса, оранжевый – средний, желтый – малый уровень. Важно, чтобы на предприятии была такая таблица, и специалист отслеживал показания ежедневно или еженедельно, чтобы понять, какой стресс испытывают животные и с какими сложностями им придется столкнуться. Очень легкий и эффективный инструмент. Также наши технические специалисты часто используют такого рода инструмент, который называется iButtons. Это датчики, которые вводятся в корову с помощью сидра.
Эти так называемые кнопки вводятся в животных при помощи сидра, и вместе с программным обеспечением позволяют отслеживать изменения температуры тела в течение одного или нескольких дней. Здесь можно наблюдать те периоды времени, когда тело коровы переживает высокие температуры. Например, здесь за норму установлено 39 градусов, и, как видно, программа показывает, что когда эта норма превышается. Обычно мы используем до 5 коров для этого мониторинга. Этого достаточно, чтобы увидеть проблему. Как я уже сказал, мы точно можем увидеть, что животные в состоянии теплового стресса, но на самом деле иногда нужно несколько инструментов, чтобы разносторонне оценить проблему. В прошлом году в программе по расчету рационов Cargill появился инструмент, модель теплового стресса. Это очень инструмент интересный, и он позволяет показать, введя некоторые данные с других инструментов, о которых я только что рассказал, нужно ввести самую высокую среднесуточную температуру, самую низкую, влажность и скорость ветра. Используя эти данные, программа Cargill рассчитывает показатели ТВИ и фиксирует уровень теплового стресса. И когда мы рассчитываем рационы, мы ставим отметку в программе, чтобы она учитывала эти значения. То есть мы просто ставим галочку. Хочу показать вам, какие результаты я получил, используя эту модель Cargill теплового стресса при расчете рациона. Как только мы ввели показатели температур, мы можем увидеть и наши потери в молочной продуктивности. Смотрите, тут рассмотрено три ситуации при ТВИ 70, 75 и 80. В первом случае тепловой стресс почти отсутствует, во втором он слабый и в третьем достаточно серьезный. В этом графике я не учитывал снижение потребления, что вообще-то является типичным для теплового стресса. В общем-то, Макс пока это не учитывает, так как это непростая функция. Но даже при этом, посмотрите, один и тот же рацион при одинаковом ПСВ показывает минус 2,5-2,2 килограмма в прогнозе. Здесь начинается визуализация реальных экономических потерь, которые фермер понесет и которые нам показывает программа Cargill Dairy Max. На этом графике вводные по теловому стрессу остались прежними, но я воссоздал ситуацию, при которой ПСВ снижается на 2,5 при ТВИ 75 и на 5% при ТВИ 80. Как видите, в этом случае мы уже теряем 5,4 килограмма молока. Эти значения более приближены к тому, что происходит на предприятии, ведь ПСВ не всегда снижается в жару. Если у клиента есть точные данные и цифры отслеживания снижения потребления, то мы используем их при расчете рационов Max. То есть это очень важный наш инструмент, который мы начали активно использовать в последнее время.
Мы можем показать экономические потери от теплового стресса, и здесь наши клиенты начинают инвестировать в некоторые продукты, такие как лед и транзитные жиры, чтобы сократить потерю молока в летний период. Когда мы используем новую модель прогнозирования, чтобы сократить влияние теплового стресса на коров, мы включаем в рацион немного больше энергии, жира, увеличиваем индекс здоровья рубца. Совсем небольшие изменения, которые позволяют несколько снизить потери продуктивности. Добавку лед мы используем уже более 10 лет. Мы накопили хороший опыт применения этой технологии. У нас есть два продукта, включающие технологию лед. Nitro Ice – это чистый лед с нормой дачи 50 грамм на голову в день. А Nutron Milk Energy Ice – это технология лед плюс транзитный жир, источники кальция из пальмового масла и дрожжи. Сейчас мы еще разрабатываем третий продукт, но уже сейчас на этих двух продуктах мы имеем потрясающие результаты, которые я сейчас поделюсь. Этот опыт был проведен в исследовательском институте на юге Бразилии. Мы получили очень важные результаты, которыми я хочу поделиться. В опытной группе мы получили на 2,8 литров молока больше там, где применялся лед, в сравнении с контрольной группой, которая не использовала лед. Обратите внимание, что немолочная продуктивность увеличилась при применении льда. При его применении снизились потери молока, которые явно заметны в контрольной группе. Я хочу сказать, что добавка лед не позволит производить больше молока. Она позволяет снизить потери этого молока в период жары. Еще раз обращаю внимание, дело не в том, что коровы начнут производить молока больше. Да, иногда такое возможно. Но все-таки особенность в том, что они начнут меньше его терять в период летом. Этот слайд описывает последний опыт применения льда, проведенный под контролем университета Батукату. Был получен интересный результат при применении продукта в течение 56 дней. Продукт включался в рацион галштинов. При этом коровы охлаждались вентиляторами дважды в день по 2 часа. Мы использовали датчики iButtons для мониторинга температуры тела. И выявили, что продукт снижает температуру тела у коров, потреблявших лед. Что интересно, на снижение температуры не влияли двухчасовое активное охлаждение. Таким образом, лед помогает снизить температуру тела коровы, независимо, есть ли на предприятии вентилятор или нет. Это было очень важное наблюдение. Мы также увидели разницу в показателях молочного жира, заметили разницу в молочной продуктивности в сравнении с контрольной группой. Еще одно важное наблюдение. Лед позволил снизить концентрацию гаптоглобина.
haptoglobin, an active protein. Протеин, который обычно указывает нам на какой-то воспалительный эффект, который вызывает тепловой стресс. И этот воспалительный процесс был минимален при использовании льда. То есть в перспективе лед позволил снизить и последствия этого воспаления. Это уже результаты использования льда у одного из наших клиентов. То есть это не опыт, а реальные полевые результаты. Сто 155 дойных коров на компостной подстилке. На ферме есть вентиляция в некоторых местах. Одна группа животных на одном рационе. Как вы видите, результаты мы сняли в одно и то же время суток с утра. Здесь указаны температура, влажность и ТВИ во дворах. И, как видно, в конце января условия были более экстремальными, чем в декабре. При этом на этих фото мы видим, что животные в лучших условиях по ТВИ показывают типичное поведение при тепловом стрессе. Они стоят и группируются в некоторых зонах секции. После применения льда при более высоком ТВИ мы видим, что животным значительно комфортнее, они отдыхают, равномерно распределившись по секции и не группируясь. То есть продукт визуально может улучшить комфорт животных. На этой ферме мы увидели улучшение молочной продуктивности и уровень молочного жира. Да, немного, но заметно. То есть предприятие увидело эффективность льда тогда, когда фермер готовился в очередной раз отметить снижение продуктивности. Хочу сказать, что в январе не характерно увидеть сохранение молочной продуктивности. Это разгар лета здесь, в Бразилии. Это еще один результат нашего клиента, нашего действующего клиента. Здесь использовался Neutron Energy Ice. Напоминаю, что это технология лед, защищенный жир, источники кальция и дрожжи. И здесь мы увидели неплохие результаты по молоку даже в январе и феврале. Плюс 1,7 литров. Хотя обычные ожидания от этих месяцев где-то 29-30 килограмм на голову в сутки. У нас есть еще один результат по применению этого продукта, но не в летний период, и там показатели в прибавке были до 5 килограмм на голову в сутки. Преимущества продукта очевидны, и мы постоянно работаем над их увеличением. В первую очередь, это сохранение уровня воспроизводства. Это непросто. В следующем месяце мы завершим опыт, который покажет, насколько лед способен повлиять на показатели воспроизводства в летний период.
и что нам нужно проработать еще в третьем продукте, который готовится к разработке. Пока у нас есть результаты, показывающие, что сохранность эмбрионов летом выше у тех животных, что получали лед. Это пока одно исследование. Подобные же результаты получили наши коллеги из Cargill США. Теперь же мы хотим получить результаты, показывающие, насколько лед эффективен в сохранении эффективного воспроизводства. Еще одно преимущество – это возможность льда сохранять уровень молочного жира, который часто страдает в летний период. Следующий момент – это то, как лед влияет на молочную продуктивность. Напоминаю, он позволяет нивелировать негативное влияние теплового стресса. И последним пунктом, немаловажным, является возможность повышать комфорт животных в целом. У нас есть целая компания, которая направлена на сертификацию ферм, которые обеспечивают комфортными условиями жизни своих животных. Я покажу это дальше. Я уже говорил, что Бразилия — тропическая страна, и в некоторых регионах условия окружающей среды беспокоят фермеров круглый год. Для этого мы разработали компанию для клиентов и команды, которая включает в себя несколько тренингов и разработок, направленных на поддержание комфортных условий жизни для животных до введения сезонных продуктов. Например, в прошлом году мы провели тренинг для клиентов, как правильно формулировать рационы в летний период и как управлять фермой в летний период. Также провели тренинг по сигналам коров. Это очень важные инструменты, нужные для этой компании. Здесь я хотел бы показать вам, из чего состоит этот проект, который мы внедрили на предприятие в прошлом году. Мы оказываем поддержку клиентам для того, чтобы они прошли эту сертификацию. Аттестацию проводит независимая компания, которая проводит такие сертификации по всей стране. Все они направлены на улучшение комфорта жизни животных на ферме. Обычно в программу подготовки клиента к аттестации входят наши специальные продукты, типа льда, Nutritec и некоторые другие технологии, которые реально повышают комфортность жизни коров на фермах. Для подготовки и помощи в определении слабых мест мы используем несколько технологий, в частности, сигналы коров, которыми мы обучаем клиентов, и наше цифровое решение Dairy Intelligence, инструмент, который позволяет и помогает фермерам отследить изменения. В конце аттестации клиент получает сертификат, который для нас также является показателем того, что наши продукты и технические решения – это не только помощь в моменте, но и долгосрочное вложение в комфорт животных. Это вся моя презентация. Еще раз благодарю за приглашение и жду ваших вопросов. Спасибо, Диего. Очень
необычно слышать про тепловой стресс в январе. У нас за стеклом все еще, за окном все еще зима, лежит снег. При этом мы уже говорим о тепловом стрессе, чтобы упредить ситуацию и повлиять до его начала. Напоминаю нашим зрителям, что в чате вы можете задать вопросы спикерам. У нас уже есть несколько вопросов для них. Давайте начнем. Конечно, в первую очередь вопросы для Диего. Чем продукт лучше хрома? Почему вы рекомендуете лед вместо него? Я хотел бы подчеркнуть, что у этих продуктов разный механизм действия. Лед позволяет запечатать воду в клетке и сохранить водный баланс. Эта способность очень важна в период теплового стресса, и она не схожа с действием хрома. По моему мнению, мы можем использовать оба продукта. Однако, в первую очередь, лед из-за его способности сохранять воду в клетке. Вода в клетке позволяет животным регулировать теплообмен и скидывать тепло. Обезвоженное животное не может адекватно регулировать теплообмен. Это важный момент, очень важный момент. Это уникальное действие льда. В скором времени мы будем тестировать новый продукт лед плюс хром, и в течение 6 месяцев мы поделимся этим опытом. Мы вернемся к этому вопросу и поделимся. Но возвращаясь к вопросу, сначала лед и поддержание водного баланса клеток, и потом хром, который позволяет активировать инсулин во время теплового стресса. Лед плюс хром – это очень даже интересно. Обязательно к этому еще раз вернемся, когда будут уже результаты вашего испытания. А к вам, Диего, еще один вопрос. Будет ли продукт лед эффективен без изменения менеджмента на ферме, орошения, вентиляция и так далее? Скажу так, продукт работает независимо от менеджмента, благодаря своему механизму, который я упомянул в первом вопросе. Сохранение водного баланса в клетке и помощь животному регулировать теплообмен. Конечно, если мы дополнительно охлаждаем коров в период теплового стресса, то результаты будут еще лучше. Это будет комплекс решений эффективного продукта и эффективного менеджмента. Что позволит еще больше улучшить производительность животных и в продуктивности, и в воспроизводстве. Спасибо, Диего. Я также отметил в твоей презентации, что ты обращал внимание на необходимость корректировки рациона в тепловом стрессе, при тепловом стрессе и изменений, в том числе рутин работы на ферме. Это тоже важно. Еще один вопрос к Диего. Жара бывает разная. Работает ли продукт одинаково как при 20 градусах, так и при 40? Наш опыт показывает, что продукт работает лучше при более серьезных вызовах. То есть, чем выше температуры, тем заметнее результативность льда. Должен сказать, что при 20 градусах мы не используем продукт. Мы используем при более высоких температурах, таких как
23-24 градуса в среднем. Важный момент, который я не отметил, лед содержит осмолиты и имеет накопительный эффект. Нам нужно 2-3 недели давать животным продукт до тех пор, пока мы не увидим результат. Это связано с тем, что клетки организма животного должны настроить водно-обменные процессы. Спасибо, Диего. Я думаю, про осмолиты мы поговорим чуть позже. Благодарю за твою презентацию, за ответы на вопросы. Всем спасибо за это приглашение. Я еще раз подчеркиваю, что лед – это очень важный продукт нашего портфолио. И технология для управления летним периодом, которая позволяет фермерам сохранить здоровье и комфортные условия жизни своих животных и управлять экономикой своего бизнеса. Спасибо еще раз, Диего. Я напомню, что с нами был Диего Лангвинский, технический эксперт компании Cargill из Бразилии. А сейчас наш следующий спикер Андрей Желтов, руководитель технической команды КРС. Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Андрей Желтов, и мы продолжим тему использования специальных средств для борьбы с тепловым стрессом, для того, чтобы обезопасить наших животных на этот период и получить максимальную продуктивность от них. Что мы имеем? Чаще всего мы имеем фермы, мы имеем персонал, работающих на этих фермах, мы имеем необходимое для этого оборудование, животные, запасены корма, либо мы их покупаем с рынка. И мы в сезон имеем более 4 миллионов потерь на каждые 100 коров, молочных коров, которые содержатся на этих фермах. Откуда это берется, откуда формируется, это немаленькая цифра. Последствия нахождения животных в состоянии теплового стресса – это нарушение метаболических процессов внутри организма, которые внешними признаками проявляются через снижение потребления корма, через изменение продуктивности в меньшую сторону, снижение качественных параметров молока, что влияет, соответственно, на стоимость реализации этого молока, влияет на упитанность животных и, как результат, влияет на осеменяемость и воспроизводство в целом. И самое опасное во всей этой истории то, что эти преобразования происходят с животными не только в период теплового стресса, но и некоторое время после. Соответственно, наша задача минимизировать влияние жары в летний период и сократить период восстановления для высокопродуктивных и в целом для продуктивных животных, для того, чтобы период потерь минимизировать и сократить. Наибольшая продуктивность животных обусловлена их нахождением в зоне комфорта. Как только животные выходят из этой зоны комфорта, в первую очередь мы сейчас говорим о температурном режиме, происходит попадание животных в зону стресса. Это может быть и переохлаждение, это может быть и перегрев. Зона комфорта у молочных коров достаточно велика, но в наших условиях, в условиях нашей страны, климатических условиях, существует большое количество времени, когда животные могут оказаться за этими пределами. И оказавшись за границами зоны комфорта, животные теряют продуктивность, животные хуже себя чувствуют, с ними происходят всевозможные изменения, оказывающие негативное влияние на дальнейшую их жизнь и продуктивность. Где мы находимся на сегодняшний день? В разных федеральных округах, на нескольких слайдах будут приведены таблицы со среднемесячными температурами и влажностью в эти месяцы, мы увидим, что, конечно же, основной период жары приходится на июль месяц. Это седьмой столбец таблице. К этим же периодам относятся и изменения влажности, существенные изменения влажности. Мы их можем увидеть по Южному федеральному округу, так
В этот период с повышением температуры влажность немножко опускается. В Центральном федеральном округе влажность также опускается, но она существенно выше, чем в Южном федеральном округе. Когда мы говорим про Уральский федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ, мы точно также можем отметить изменения и температуры, и влажности. И во всех этих случаях мы говорим о времени перегрева животных, о времени, когда животные оказываются за пределами зоны комфорта. Различие между разными территориями нахождения животных состоит лишь в продолжительности влияния высоких температур. Так, например, Южный федеральный округ, то, что мы можем увидеть по среднесуточным температурам, мы не говорим о максимальных температурах в течение дня, что наиболее критично сказывается на состоянии животных, мы отметим 5 месяцев перегрева, да, 5 месяцев температурного стресса. По Центральному федеральному округу этот период чуть-чуть меньше. По Северо-Западному федеральному округу этот период также велик и может варьировать от 3 до 4 месяцев. А Уральский федеральный округ, несмотря на маленькую продолжительность этого периода, температуры, которым подвержены животные, также велики, и влияние, которое этот период оказывает на животных, также велико. Инструменты мониторинга, о них достаточно подробно рассказал в своей презентации мой коллега. Очень много этому посвящено времени и материалов в других презентациях и докладах, в том числе и наших, опубликованных на нашем YouTube-канале. С ними можно ознакомиться, просмотрев видеозаписи. Я хотел бы привести самый доступный и самый распространенный инструмент мониторинга состояния животных для того, чтобы оценить, как они себя сейчас чувствуют, насколько мы потеряем в продуктивности нашего стада и насколько большими должны быть усилия с нашей стороны для того, чтобы минимизировать последствия влияния жары на наших животных. Соответственно, к этому инструменту относятся наши наблюдения за животными. И так мы можем легко дифференцировать состояние легкого стресса от легкого стресса до сильного, просто наблюдая за животными. Наблюдая за тем, как они дышат, как они себя ведут, насколько высока их температура тела. И на графике, в таблице и на графике, который приведен справа на слайде, мы видим, что уровень стресса, он зависит не только от температуры, об этом также упоминал мой коллега, он зависит еще и от влажности. Итак, при более низких температурах, но высокой влажности, уровень влияния на перегрев организма животного, на потерю функциональности, на снижение метаболических процессов, их торможение и на потерю продуктивности окажет столь же сильное влияние, как и высокая температура при низкой влажности. Очень удобная всем известная таблица, и самое важное на этом слайде, еще раз обращаю ваше внимание, что это визуальная оценка животных, которая нам позволяет дифференцировать состояние животных на сегодняшний момент, в сегодняшнем дне. Повторюсь. Последствия влияния теплового стресса на животных – это в первую очередь нарушение метаболических процессов. Соответственно, откуда вытекают снижение пищевой активности, кормовой активности, потери упитанности, снижение продуктивности и качественных параметров молока, ухудшение воспроизводственных функций. И для того, чтобы минимизировать это влияние, нам нужно обратиться в первую очередь к физиологии пищеварительных процессов, к физиологии обменных процессов внутри организма коровы для того, чтобы помочь животному справиться в этот период с влиянием жары, с влиянием теплового стресса. Что же делать для того, чтобы минимизировать потери в дойном стаде, для того, чтобы уменьшить первоначально приведенную мною цифру в 4 миллиона на 100 голов? Этот расчет выполнен в прошлом году, соответственно, в текущих условиях, когда корма подорожали, медикаменты подорожали, эта сумма может быть увеличена. Величина этой цифры зависит от конкретного хозяйства. Здесь приведен расчет средний по предприятию из Центрального федерального округа. Итак, что же нам можно сделать для того, чтобы уменьшить эту цифру, для того, чтобы обезопасить наших животных, чтобы получить больше молока с более высоким качеством и получить за это, соответственно, большее количество денег при продаже этой продукции? Рычаги управления в этом случае также уже упомянутые и упоминаемые регулярно в разных презентациях разных специалистов сводятся к двум большим блокам. Это условия содержания, в которых находятся наши животные,
через дополнительное охлаждение и через управление кормлением как процесс. Здесь мы говорим о кормлении как о процессе. Это подготовка кормов, выбор кормов, их подготовка к скармливанию, контроль за потреблением и управление на кормовом столе. Второй блок большой – это кормление как процедура подготовки корма к скармливанию. То есть формулирование рационов, изменение питательности рационов, уделение внимания отдельно взятым питательным веществам, то есть нутриентам, использование специализированных добавок и действующих функциональных препаратов, которые оправданы, которые оказывают положительное влияние в период, когда животное подвержено тепловому стрессу. Чуть более подробно про охлаждение. Оно упоминалось в предыдущей презентации, поэтому я выделил только три основных пункта. То, на что нам следует обращать внимание, это правильная установка вентиляторов в местах нахождения животных. Охлаждаться животные должны не на кормовом столе, не только на кормовом столе. В первую очередь животные должны охлаждаться в местах отдыха. Для того, чтобы, оказавшись в лёжке, животное легло, продолжило жевать жвачку, синтезировало молоко, а не стояло в поисках сквозняка для дополнительного охлаждения. Орошение допустимо использовать только в условиях, когда на ферме хорошо организована вентиляция и есть достаточная интенсивность обдува для обсушки животных и удаления излишне увлажненного воздуха после того, как с животных вся влага, которой мы их оросили, испаряется, влажность воздуха сильно повышается, что затрудняет дыхание животных. Соответственно, повторюсь, орошение допустимо только в условиях, когда обдув и вентиляция в корпусах организованы должным образом. И третий пункт, очень важный, о нем все чаще и чаще упоминается при рассмотрении вопросов управления тепловым стрессом, минимизации его последствий, это охлаждение сухостойных коров, которое влияет не только на состояние этой группы животных в текущий момент, это влияет и на их последующую продуктивность, которая может приходиться уже не только на период жары, летней жары, но и на осенний период. Животные будут показывать меньший пик продуктивности. Животные будут подвержены большему количеству заболеваний, нарушений, метаболических нарушений, которые в последующем им помешают показать выдающиеся результаты за последующую лактацию. Управление кормлением. В этом блоке можно выделить 5 важных пунктов. Это контроль плотности содержания, под которым мы подразумеваем доступность кормового стола, то есть величина кормового фронта. В ряде случаев на фермах при допущении, нельзя сказать, что ошибок, но недочетов в планировании поголовья, особенно это характерно для шестирядных коровников, когда с каждой стороны от кормового стола у нас находится по 3 линии для отдыха животных, плотность животных на кормовом столе подразумевает небольшой дефицит пространства. А в период летней жары животные имеют возможность охотно, с аппетитом подходить к кормовому столу ограниченное время, когда прохладно, когда им становится чуть более комфортно. Соответственно, в этот период времени более сильные, более агрессивные животные, занимающие верхушку в иерархии, в социальной иерархии этой группы, будут подходить к кормовому столу. Более слабые животные будут иметь ограниченный доступ, и это окажет влияние на их состояние здоровья, на их продуктивность и, как результат, на продуктивность группы в целом. Приоритетная раздача корма в прохладное время. Мы должны обеспечить свежий, вкусный, приятный корм для животных в то время, когда им комфортно его потреблять. То, что большинству наших сотрудников будет неудобно, возможно, работать в ранние утренние часы либо в поздние вечерние ввиду собственных привычек по организации своего рабочего времени, это окажет негативный результат. И работая на ферме, организовывая все производственные процессы на ферме, мы должны помнить, что наш заказчик в этом случае – это молочные коровы. И мы должны обеспечить им наилучшие условия с всеми доступными для нас средствами и способами. Подвижка корма на кормовом столе. В период активного потребления корма с кормового стола животные будут разбрасывать корм, они будут выискивать наиболее вкусные его компоненты, и как результат вторая волна животных, подходящих к кормовому столу, чуть опоздавшие животные будут иметь ограниченный доступ. Именно в этот период времени нам нужно обеспечить максимальную подвижку, максимальную доступность корма. Чистота кормового стола
как никогда в течение года актуальна в период летней жары, потому что любые загрязнения, особенно бактериологического рода, очень быстро приводят к накоплению грязи, патогенов на кормовом столе, что окажет негативное влияние на функциональность желудочно-кишечного тракта, на здоровье желудочно-кишечного тракта. А из-за изменений, происходящих на уровне слизистых желудочно-кишечного тракта, нарушение целостности слизистых, риск попадания патогенов в организм коровы через открывшиеся ворота инфекции в кишечнике возрастает. Соответственно, чистый кормовой стол – залог благополучия в этот непростой период. Освещение кормового стола позволит животным в ночное прохладное время ориентироваться в пространстве, проявлять интерес к кормовому столу, подходить и больше времени проводить у кормового стола для потребления максимально доступного количества корма, максимально возможного количества корма. Следующий блок, о котором я говорил, это управление непосредственно рационами. Через управление его питательностью по основным параметрам, в первую очередь основным параметрам, это клетчатка, это количество и качество белков в рационе. В первую очередь мы смотрим на аминокислоты, а не просто на концентрацию протеина. Так как мы говорим о снижении концентрации протеина и НДФ в этот период, мы должны отдавать приоритет доступным, полноценным формам протеинов, содержащих необходимое количество аминокислот, незаменимых аминокислот, в первую очередь метионин, лизин, гистидин. То, что позволит обеспечить потребность животного на поддержание жизни, и то, что позволит обеспечить максимально возможную продуктивность в этот период. Жиры, минералы, витамины в этот период также являются критически важными компонентами. Они позволяют оптимизировать, насколько это возможно, нормализовать обменные процессы в организме коровы. На правой части слайда приведена картинка с действующей программы Dairy Max, используемой специалистами компании Cargill. И при настройке параметров для создания рациона мы здесь видим отдельно взятый модуль, который позволяет нам оценить степень влияния жары на группу животных, для которых создается рацион, для того, чтобы скорректировать питательность рациона, который нам предстоит создать и скормить животным. Это удобная опция, удобная функция, которая позволяет специалистам не забыть о настройке параметров окружающей среды и напоминает им, какие именно параметры по переваримой НДК, по количеству и качественному соотношению неструктурных углеводов, по соотношению и концентрации аминокислот в этот период должен быть рацион. Добавки. В этот период наиболее часто, наиболее успешно пользуются спросом и эффективность проявляют добавки, специализированные для этого периода. На первом месте я выделил добавку лед, летняя ежедневная добавка, которая уже на протяжении 8 лет успешно применяется в российских, на российских предприятиях для кормления животных в нашей стране. Следующим пунктом можно выделить большую группу добавок буферы. Это продукты, позволяющие нормализовать анион-катионный баланс, обмен минералов у животных в этот период. Специализированные добавки по технологии Diamond V помогают поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта, помогают залатать те пробоины в слизистой, в эпителии кишечника, которые будут являться воротами инфекции, позволяют улучшить обменные процессы на уровне поглощения питательных веществ из просвета желудочно-кишечного тракта и более полноценное использование питательных веществ из рациона. Специализированные препараты из линейки Delacon Actifore помогают увеличить потребление кормов, сделают их более привлекательными и помогают оптимизировать обменные процессы на уровне рубца, управляя микробиотой, управляя обменными процессами крахмала и управляя обменными процессами использования протеинов, предотвращая их излишнюю, избыточную разрушение, деградацию в рубце, что позволяет минимизировать высвобождение свободного азота, в том числе на который в последующем организм коровы будет тратить колоссальные ресурсы энергии на освобождение от него, на выведение азота в виде мочевины через
молоко и мочу. А к прочим добавкам, используемым в этот период, будут относиться осмолиты, их можно точно так же по отдельности применять, антиоксиданты и экстракты, которые позволяют при использовании в отдельности управлять обменными процессами в организме коровы, помогают предотвратить оксидативные стрессы и влияние на потерю функциональности клеток, помогают улучшать потребительские качества корма, помогают увеличивать потребление кормов с кормового стола. Какие результаты мы получаем, применяя в частности лед? Акцент именно на нем. То, что озвучил мой предыдущий коллега, выступавший коллега, это снижение температуры тела по сравнению с группой контроля. Здесь мы видим, что животные, получающие через рацион кормовую добавку лед, менее подвержены перегреву в период влияния жары, чем животные из контрольной группы. Нельзя сказать, что по сравнению с началом влияния жары животные будут охлаждаться, но совершенно точно они будут подвержены меньшему влиянию внешней температуры, и их температура тела будет ниже, чем в контрольной группе. Мы можем отметить улучшение воспроизводственных качеств по проценту получения стельных животных в группе осеменения, как среди взрослых коров, так и среди первотелок. И величина улучшения очень даже существенная. С 14 практически процентов по взрослым животным мы видим улучшение до более чем до 20%. По молодняку с 19% улучшение до 27%. И точно так же, то, что было озвучено предыдущим спикером, мы видим улучшение в количестве и качественных характеристиках молока, в частности, по содержанию жира и его количеству молока, получаемого в сутки. Это результаты, приведенные по международным исследованиям в разных странах, обобщенные на этом слайде. Следующие несколько слайдов посвящены истории применения кормовой добавки лед в российских предприятиях на животных в нашей стране. То, что я уже сказал, продукт применяется более 6 лет на территории страны. С 2016 года он начал активно использоваться нашими клиентами для скармливания животным. И на графике мы видим, как изменялась численность животных, получающих лед в период лета. До 2019 года был рост. Дальше существенное изменение численности в меньшую сторону. И с 2021 года колоссальный рост по количеству животных, получающих специализированную добавку. Это связано с несколькими причинами. В первую очередь, заинтересованность в необходимости использования этой добавки, в понимании механизма ее влияния и в понимании экономической составляющей использования этого препарата для кормления дойных коров. Соответственно, несмотря на внушительную численность животных, получивших препарат лед в 2021 году, более 16 тысяч животных, это оценочные цифры, мы не пересчитывали поголовно животных у наших клиентов, кто покупал лед, цифры получены путем пересчета общего объема продукта, использованного за сезон, на норму дачи в сутки, на период, средний период его использования. И при всем при этом, несмотря, повторюсь, на внушительную цифру, мы видим, что это всего лишь чуть больше, чем 0,5% от общей численности животных в индустриальных предприятиях. Соответственно, огромное число животных не получает специализированные продукты. Возможно, они получают другие кормовые решения. Возможно, на этих предприятиях уделяется особое внимание организации их среды обитания, то есть охлаждение дополнительное, орошение, управление рационами. Возможно, это происходит. И в общей совокупности цифра, численность животных, кто получает дополнительное обслуживание в этот период для сохранения собственного здоровья и увеличения продуктивности, будет выше. Но все равно она не будет приближаться даже к 10% от общей численности животных в индустриальном стадии животных в нашей стране. На этом слайде приведен график, достаточно замысловатый, если заглянуть на него поверхностно, на котором есть информация о среднемесячных температурах
по годам, начиная с 2019 и заканчивая 2021. И приведена средняя продуктивность животных в наблюдаемом предприятии. И серые столбцы, вот серые столбцы минимальные, это обозначено как среднесуточная продуктивность предприятий региона. Это предприятие находится в Центральном федеральном округе. Его я сравнивал непосредственно с соседями, как они себя вели по продуктивности в этот период и как проявлялась продуктивность на одном и том же стаде в разные годы. Мы видим, что при существенном увеличении среднесуточных температур в прошлом сезоне, то есть 2021 год по сравнению с двумя предыдущими периодами, мы видим, что продуктивность животных после окончания влияния повышенных температур быстро стремится вверх. То есть животные, попавшие в группу раздоя в этот период, животные, кто отелился поздней весной в начале лета, они могут демонстрировать выдающуюся продуктивность. Они способны все свои ресурсы направлять не на поддержание жизнедеятельности и восстановление, а именно на производство молока. И в этом случае мы напрямую связываем данное явление с применением продукта лед. В то время как животные из соседних предприятий, обозначенных как регион, продолжают снижать продуктивность вплоть до ноября месяца, то есть момента наступления массовых осенних отелов. И то, о чем я упомянул ранее, только в новую лактацию животные, вышедшие после сухостоя из периода август-сентябрь, будут способны проявлять большую продуктивность, максимально приближенную к среднегодовым параметрам, показателям стада, в котором они находятся. Действия, которые мы можем предпринять в этот период и последующий период для восстановления. Здесь я привожу известную, достаточно известную цитату известного, не менее известного человека. «Делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть, для того, чтобы получить максимальный результат сейчас и обеспечить наилучшее положение дел, развитие дел в будущем». Планирование. Мы можем использовать для этого как раз-таки наши цифровые решения, решения, предоставляемые компанией Cargill. При расчете рационов, при планировании производственных показателей мы используем решения такие, как система MAX для расчета рационов, система Dairy Intelligent, которая позволяет планировать наше производство для последующего контроля и мониторинга. Делай. К этой категории относится перечень действий, направленных на обеспечение правильных, адекватных условий окружающей среды для животных, на применение специализированных функциональных препаратов в период, когда это необходимо. Проверяй. Есть огромный набор инструментов, позволяющих контролировать степень влияния жары, в частности жары, так как мы говорим о тепловом стрессе, на состояние животных. Мы способны коллекционировать, накапливать данные о состоянии животных. То, что мы можем визуально оценить, то, что мы можем посчитать и в последующем разложить на временном графике для того, чтобы оценить степень влияния тех или иных наших изменений в период влияния тепловой жары и в период восстановления животных после этого периода. Улучшай, найдя дополнительные узкие проблемные моменты в своем производстве. Найдя дополнительные критерии, которые необходимо нам улучшить, улучшая производство, и круг в этом случае, цикл замыкается. Мы идем дальше на следующий этап планирования, который осуществляем через непосредственную деятельность, проверяем полученные результаты, и так закручивается цикл постоянных бесконечных улучшений. Спасибо вам за внимание. Буду готов ответить на ваши вопросы. Наверняка они в чате есть, и сейчас мы их зачитаем. Спасибо большое, Андрей. Напоминаю нашим зрителям, что в чате вы можете задавать вопросы спикерам. У нас уже есть несколько вопросов для тебя. Давай мы начнем на них отвечать. Хорошо. В любом случае, если будут еще дополнительные вопросы, задавайте, пишите. Мы их обязательно рассмотрим и пришлем вам ответы на них после трансляции вместе с записью этой трансляции. Я сразу хочу поблагодарить Татьяну из Саранска за ее активность вопросов. Мы обязательно озвучим ее вопросы в том числе. Но я бы хотел начать
вот с первого вопроса, который я выделил, это каким минералам следует уделить первоочередное внимание во время жары? Андрей? Так как в этот период животные особенно активно с мочой и с дыханием теряют калий, натрий, кальций, соответственно, мы уделяем особое внимание именно этим элементам для того, чтобы не допустить закисления внутренней среды организма. Другими словами, мы уделяем внимание катионам, положительно заряженным, которые помогут минимизировать изменения обменных процессов, минеральных обменных процессов. Да, это кальций, магний, калий и натрий. Спасибо. Следующий вопрос. Какие корма лучше всего использовать в жару? Ну, здесь очень обширный вопрос. Наверное, правильным будет ответ следующий. В этот период используются корма с максимальной энергетической емкостью, с максимально насыщенные протеином, в том числе и защищенным протеином, с правильным соотношением незаменимых аминокислот. Соответственно, в момент расчета рационов с этими кормами мы уделяем внимание большему количеству транзитных компонентов, будь то крахмал, будь то аминокислоты, именно из проходящего протеина, минимизируем в какой-то степени активность рубца для того, чтобы уменьшить выработку тепла, но при этом не допустить его угасания с точки зрения функциональности. То есть мы уделяем внимание транзитным кормам с высокой биологической доступностью питательных веществ и кормам, поддерживающим правильную функциональность рубца. Андрей, а за счет чего лед охлаждает коров? Как написано, так считают. Самый распространенный вопрос, как лед охлаждает коров. Мы говорим о том, что лед помогает, предотвращает перегревание коров в сравнении с контрольной группой. И тот график, который я приводил на одном из своих слайдов, как раз-таки это демонстрирует. Если мы рассматриваем в конкретный момент времени две отдельных группы животных, то мы действительно можем увидеть разницу в температурах в меньшую сторону у группы животных, получающих лед, и создается впечатление, что применение продукта их охлаждает. Здесь же мы говорим о предотвращении перегревания. В этих условиях можно поставить знак «равно охлаждает», а основной механизм действия льда основан на перераспределении воды внутри организма коровы и предотвращении нарушение обменных процессов на уровне клетки. Спасибо. Следующий вопрос. Помогут ли добавки без охлаждения коров? Наверное, имеется в виду распыление или поливание коров. Да, скорее всего, имеется в виду дополнительные условия охлаждения. Это обдув, либо орошение животных с последующим обдувом. Безусловно, использование любых функциональных продуктов, как специализированных добавок, так и отдельно взятых ингредиентов, позволит минимизировать, уменьшить влияние теплового стресса. Но нужно помнить, что наилучший результат мы получаем, скармливая животным правильный рацион с необходимым перечнем функциональных добавок в условиях, которые позволяют этот рацион потребить и усвоить. Андрей, продолжают поступать вопросы вот в чате. Следующий вопрос, который бы я бы выделил для тебя, это... По вашему опыту, влияние лед на воспроизводство в жаркий период. Можешь прокомментировать? Да, это было проведено, опять же, на одном из слайдов. Улучшение воспроизводственных характеристик стада, получающих лед через рацион. Улучшение характеристик следующих – это осеменяемость животных, то есть использование количества спермодоз для одного успешного осеменения. И, соответственно, приживаемость эмбрионов в последующем времени. То есть положительное влияние препарата лед на воспроизводство, оно доказано, оно высчитано в цифрах. Тогда позволю перейти к следующему вопросу. Доброго дня. Скажите норму ввода на голову и через какое время с начала кормления ожидать результат? Норма ввода на голову 100 грамм. Препарат вводится именно в этом количестве для удобства его дозирования в миксеры и при индивидуальном докармливании, если мы сталкиваемся с докормом животных вручную, например, на привязи. И целесообразно начать использовать препарат за 3 недели до момента наступления жары, то есть до момента, когда животные окажутся в некомфортных условиях. Это необходимо для того, чтобы
обменные процессы выстроились с использованием дополнительных активных действующих веществ для того, чтобы животное сохранило потребление кормов к моменту начала теплового стресса. Потому что самой большой проблемой, когда мы начинаем использовать функциональные препараты в момент, когда проблема уже наступила, связано с тем, что мы не уверены в том, что животное потребит необходимую суточную дозировку действующего вещества. Действующее вещество? Лед. Во льду. Секрет фирмы. Понятно. Тогда я просто комментирую вопрос отсюда. Хорошо. Сразу. Вопрос. Тепловой стресс для коров с разной продуктивностью будет различаться? Нет, с разной продуктивностью дозировка препарата лед остается неизменной. Она оказывает влияние не... Точнее, она действует не через количество молока, а действует через обменные процессы в организме коровы. И здесь можно допустить изменение дозировки, если мы говорим о слишком мелких молочных коровах и о слишком крупных молочных коровах. Мы говорим про использование 100 грамм на голову в сутки, подразумевая среднюю молочную корову с весом 650-680 кг. И если же вдруг мы сталкиваемся с животными, которые очень крупные, под 800 кг, безусловно, дозировку нужно будет изменять, и об этом вы можете проконсультироваться с нашими коллегами, с нашими сотрудниками. Спасибо. Еще один такой уточняющий вопрос. А вот сам тепловой стресс, его последствия на животных с разной продуктивностью, низкопродуктивных и высокопродуктивных, будет отличаться по своим? Конечно. Чем выше продуктивность у животного, тем потенциально оно должно потреблять большее количество корма. Большее количество корма должно быть переработано в рубце. Соответственно, при переработке в рубце этот корм выделяет большее количество энергии, большее количество тепла, которое нужно отвести от организма коровы. И чем выше продуктивность у коров, молочных коров, тем сильнее влияние жары на этих животных. Спасибо. Последний, крайний вопрос, я надеюсь, на эту сессию, у нас время заканчивается, мы обещали полтора часа быть в эфире. Чем аргументировать клиента, чтобы он выбрал именно летнюю ежедневную добавку? Расчетом потерь, которые предприятие несет при оставлении все как есть, и, соответственно, основываясь на опыте предприятий уже в России, которые использовали эту добавку, мы можем видеть, какие изменения предполагаются в состоянии стада, я имею в виду здоровье, благополучие стада, продуктивность стада, как результат сохранения выручки качественных параметров молока, которые также влияют на выручку, сопоставить это с тем, что было в прошлом году. Спасибо, Андрей. Я думаю, что с вопросами мы закончим. Все оставшиеся вопросы мы обязательно ответим и разошлем по вашим адресам вместе с записью этого семинара. И сейчас я предлагаю вашему вниманию видео о тепловом стрессе и способах борьбы с ним, после которого мы обязательно вернемся в студию. Всего доброго! Коровы – теплокровные животные, что означает, что для комфортной жизнедеятельности и максимальной продуктивности они должны поддерживать постоянную температуру тела. То есть здоровая корова – это корова, которой не жарко и не холодно. Повышение температуры воздуха критично сказывается на стаде. Как только устанавливается комфортная температура для человека в 20 градусов по Цельсию, коровам уже становится жарко. Когда внешняя температура достигает 22 градусов по Цельсию, начинают происходить определенные изменения. У коров нарушается цикл и снижается фертильность. А по мере возрастания температуры этот эффект увеличивается. Корова перестает адаптироваться к повышению температуры, и уже при 24 градусах с большой долей вероятности нарушится цикл охоты, а показатели conception rate снизятся. В среднем при 22 градусах на 5% меньше коров в стаде приходят в охоту. Уровень conception rate снижается с 39% до 33%, и у 20% коров нарушается цикл. Также падает молочная продуктивность. При 24 градусах признаки теплового стресса становятся более заметными. Коровы угнетены, головы опущены, коровы начинают драться за места под вентиляторами или же наоборот сбиваются в группы и стоят вплотную друг к другу у окон и дверей в поисках свежего воздуха.
При 27 градусах на 8% меньше коров приходят в охоту. Consumption rate снижается на 15%, и почти у половины коров сбит цикл. Уровень надоев может упасть до 30%, а эффективность кормления, которая представляет собой коэффициент конверсии корма к производству молока, может снизиться на целых 15%. При 35 градусах падение продуктивности может доходить до 33%, а при 40 – до 50%. Что же мы можем сделать? Есть несколько способов, которые позволят нам снизить влияние высоких температур и ТВИ. Вода, укрытие, вентиляция, циркуляция воздуха и специально разработанная формула буфера для рубца. Кормовое решение от теплового стресса «Лёд» — специально разработанный продукт, который помогает коровам справляться с повышенными температурами. Продукт содержит смесь охлаждающих добавок и осмолиты и позволяет каждой клетке организма не терять воду и продолжать нормально функционировать даже при повышенных температурах. Применение добавки «Лёд» с мая по сентябрь позволит сохранить потребление кормов, увеличить молочную продуктивность, поддерживать воспроизводительную функцию и, в целом, повысить комфорт ваших коров. Вашим коровам жарко? Им нужен лед. Уважаемые коллеги, от лица компании Cargill благодарю вас за то, что вы сегодня присоединились к нам. Скоро мы пришлем вам запись в сегодняшней конференции и ответы на те вопросы, которые мы не успели озвучить в прямом эфире. Будем рады вас видеть на мероприятиях Молочной академии Cargill. До новых встреч. До свидания. Всего доброго.